Родные, коллеги, сотни зрителей, слушателей Павла Шеремета, все они пришли в Минский храм всех святых, чтобы проститься с убитым журналистом. Мыслящие, разумные люди, конечно, хорошо относятся. И знают его, и деятельность здесь тоже. Мы его знаем, он приходил на митинги. Знаю его хорошо. Поэтому пришли сюда, почтить память. Патриот своей Украины, по-перше. Патриот – это, во-первых, человек, на которого нужно равняться. Я и другие считаем, что он делал очень много и является примером. Он был верен своим идеям, поэтому так много людей. Павел Шеремет погиб 20 июля в результате взрыва бомбы, заложенной в его машине. Автомобиль принадлежит руководителю здания «Украинская правда», гражданской супруге Шеремета Алене Притуль. Ее самой в момент покушения в машине не было. Похоронят Павла Шеремета в Минске рядом с могилой его отца. Редактор